Как у тебя дела с пищей-то, чувак? Эй, паренек. Ты кого спрашиваешь, я что знаю? Я тебя спрашиваю, как с едой? Отлично. Ребят, мы тут подумали, руки все за голову подняли. Вышли за голову руки. Без каких-либо резких движений. Вышли из гелика. Санта-Барбара, блин. Из гелика вышли руки за голову. Вяжи их, мать. Без глупости. Руки поднимай. В машине есть шутка? Все, все. Прикрывай меня, потому что в машине есть шутка. Нет. Все, утаскивайте. Мешок на гранату. Блэк освобождать? Да, все, Блэк свободен. Да, блядь, не там чисто. Вы заказчики. И что здесь снимать? Иди сюда, Блэк. Снимай, короче, видео. Ну, пусть едет на мою тачку. Иди сюда. Вот, смотри, грубо говоря. Можешь посмотреть ему в лицо и сказать, что молча. А это кто такие? Это сенат, губернатор, собственно, персонал. Ты был заказан. Опа. И что, за 10 банок тушенок меня хотели? Понимаешь, да? Или чё? Правительство. Разве это правительство? Так, видеокамеру возьми, телефон, снимай. Пусть плод на моей тачке едет, все равно не будет. Сейчас пешком будет ходить. Да вон машина, вот машина. Все, вижу. Там в гелике, если что, сидит сенатовец, можешь второго забрать, в принципе. Тебе пистолет надо, Блэк? Вон, с их охраной что-нибудь сделаешь. Собственно, делай, Блэк, что хочешь, ебать, у тебя полный карт-бланш, блядь. Чё? Блэк, слышишь? Держи вот пистолет. Где кто сидит вообще, что происходит? У меня есть пистолет. Не кто важно, эти вот, люди, я сенатора вообще. Понял. Ну, это сенат, охрана сената, забирай все. Это губернатор, это все, это правительство заказало тебе за 10 банок тушенки, понимаешь, с чем мы боремся? Разве это правительство? Все, поехали.